с благими намерениями пиарят, выкладывают на сайтах своих. Я видел у Евгения Баженова, Бэткомедиана, в группе, типа он выкладывает и говорит, скидывайте. Я ему написал: Евген, ну ты что, ебанулся, что ли, каких-то шарлатанов поддерживаешь, клоунов, блять, анальных? Он такой: да это не я, это типа админ мой, окей. Я ему поверил. Плюс то же самое я видел у Даниэля Дефо на странице, но там прям подпись была, что это не сам Даниэль Дефо, это админ. То есть люди попадают в эту секту, и у них, типа, им кажется, что каждый, кто против этого фильма,